Выбрать учебное заведение для молодого человека сложно, а будущую специальность еще сложнее, считает Виктория Родион, решившая поступать в Брестский колледж сферы обслуживания. А потому в группе поддержки у нее мама, которая посоветует и просто побудет рядом с дочерью в этот важный момент. Страшно, потому что как бы уже начинается взрослая жизнь, и ну, мне страшно просто было, и как бы мама поддержку. Да, переживаем очень сильно, волнуемся. Ну, с Божьей помощью, я думаю, получится у нас. Подавать документы Виктория решила на востребованную специальность – парикмахер. Секретарь приемной комиссии, обсудив организационные вопросы с девушкой, смогла проконсультировать и объяснить ей все нюансы будущей профессии. Прием документов прекратится 20 августа. Именно тогда и разрешится интрига, кто поступил. Желающих стать учащимися колледжа гораздо больше имеющихся мест. Конкурс достаточно серьезный, ведь профессия парикмахера, мастера по маникюру, дизайнера-модельера весьма востребована сегодня. А еще у учащихся есть возможность во время обучения представить свой талант на различных конкурсах. Во время обучения у нас очень многие участвуют в конкурсах профессионального мастерства, получают повышенные разряды и, конечно же, трудоустраиваются. Мы трудоустраиваем своих выпускников 100%, потому что есть запросы, есть вакансии. Конечно же, мы уделяем этому особое внимание. И наши выпускники все трудоустраиваются. Брестский государственный колледж в сфере обслуживания ждет талантливых молодых людей с хорошими аттестатами и с огромным желанием учиться. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.